Скуга! Сварм! Ватнахалла! Ого, начинается. Что умеешь. Блотта Химмель! Блотта Милла! Бракка Ох Бликстар! Шабаджар, Акунда, Мондулю! Блотта Химмель! Блотта Милла! Такая славная гроза у меня давно не получалась. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Я что-то отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Да, к сожалению. Они всегда такими выходят. А может, это и к лучшему. К лучшему? Почему? Если перемена погоды не была бы связана с таким риском, мне бы давно оторвали голову. Одни бы хотели дождя, другие — солнца. Одни бы требовали шторма, а другие — моря гладкого, как лист стекла.
А так люди приходят только когда им действительно нужна помощь, а не когда им только чудится. Понимаю, мне тоже иногда не хочется бегать за Накером или Утопцем. Теперь ты поедешь к Гремисту? А как же? После такой работы я с удовольствием немного... С удовольствием помогу ему в ритуале. До свидания. На листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. А, очередной искатель Курослепа. Очередной? Нет числа тем молодым друидам, которых Гремист послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. И никогда не говорят, что с ними произошло. Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих испытаний, а он в ответ только смеется. Ну все, шутки кончились. Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Я пришел сюда, чтобы найти его. Что ты знаешь про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево, каждый куст. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укрощать мы умеем, но вот чудовищ уже нет. А у одного из них тут, говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Я уже говорил, те, что там были, никогда не говорят, с чем встретились. Ты ищешь друида, я цветок, нам по пути. Если хочешь, идем дальше вместе. Почему бы нет? Помощь умелого следопыта мне не помешает. Иди вперед. С цветка оборваны все лепестки. Следы копыт, но конечности только две. С цветка оборваны все лепестки. Thank you.
идти так далеко. Мы не туда идем. Я не собираюсь бегать с тобой по всем островам. Я возвращаюсь туда, где начинались следы. Так что, поможешь найти Рамунда? Ладно, идем. Следы ног. Некоторые свежие, другие едва видны. И все ведут в одну сторону. Нет, нет! Перестань, умоляю! Перестань мне щекотать! Вот я тебя сейчас пощекочу, ах ты, коза противная! Оставь его, проклятый суккуб! Рамунд, отойди от нее! Успокойтесь! Со мной все в порядке! Я здесь сам! Ты не знаешь, что говоришь! Она тебя очаровала! Ерунда! Мне не нужно очаровывать этих ребят, чтобы они ко мне приходили. Я накладываю чары, чтобы они отсюда ушли. Только Рамунд был настолько мил, что я позволила ему остаться. Я не верю в твою ложь! И не дам себя обмануть твоими мерзкими прелестями! Я убью тебя прямо здесь! Я встречал на пути множество суккубов, и мало кто из них наносил людям вред по собственной воле. Но каждый в конце концов убивал. Забывшись, высасывала своих любовников энергию. До дна. Но не она. Она другая. Уйди с моей дороги и не мешай. Что вы наделали? Мы спасли тебе жизнь, Рамунд. Что ты несешь? Она никогда бы меня не обидела! Никогда! Тебя, может, и нет, но кого-нибудь другого наверняка. Суккубы питаются людской энергией. В конце концов, это всегда приводит к смерти. Жизнь, в конце концов, приводит к смерти. Будьте вы прокляты, убийцы! Невероятно. Мы рисковали ради него жизнью, а он нас оскорбляет. Это случается чаще, чем можно предположить. Мне пора вернуться к своим делам. Как думаешь, где искать этот курослеп? Ты видел лес? В нем вообще никаких цветов нет. Ни маргариток, ни калужниц. Я думаю, это ее рук дело.
Где-то она их собирала, где-то поблизости. Будь здоров, ведьмак. Спасибо за помощь и удачи тебе. Мускус и цветочные пыльца, сильный запах. Он приведет меня к ее логову. Зачем она срывала все эти цветы? Hey, huh?
С циклопом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. Рецепты. Пергамент поблек, но текст читается. Повезло. Здесь осталось немного солода. Сюда, наверное, кладут солод. Готово. Теперь нужно прокипятить солод. Наверное, хватит, пора охлаждать. Вот так так. Оказывается, я неплохой винокур. Поздно что-то зацвели. Морозы были суровы. Мы с пятерогой треть горки не бежали до леса. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнем?
Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. Скажешь, наконец, в чем дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это... Проблема крайне жгучая. Ну а теперь кыш во двор. Ну и товар. Самый лучший. Из Морскогина. А спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы немножко погудели, Фризев. Наконец хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается. Геральт, говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Круга-сруга. Парень и так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну, хорошо. Геральт, налей себе. И начнем обучение. Обучение за бутылкой? Это я люблю. Да-да. Это я называю активизационно-ассимилятивным методом. Сначала ты активизируешься, а потом, оп, ассимилируешь. Ну ты садись, садись. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь, практика лучший учитель. Ага, в таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Смотри, берешь эликсир и буль. А говорят, старость не радость. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть, но я беру дорого. Я хочу, чтобы ты.
До свидания. Я бы сказал прощай. Поздно, что-то зацвели. Берегись! Пчел мало. Чертежи. Странный дракар. Рори, не жри столько. Это еще почему? Я издалека таких, как ты, узнаешь. Куда? Я за тобой слежу. Чем это у вас так вкусно? Спасибо, что уделил мне минуту. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цирь. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Милости. Чем это у вас так?
Спасибо, что уделил мне минуту. Будешь тут кикумор убивать? Вербена, лебесток, ромашка. Ромашка, зачем? От желудка? А лебесток? Для... Хочешь купить? Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру.
Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Покажи свои товары. Прощай. Хочешь купить? Покажи.
Прощай. Вербена, Лебесток, Ромашка. Так, Гвинт бы хотелось сыграть. Но Мышавур сейчас стоит, там задание начнется. Для любви. Нам сил хватит.